Оказывается, взрослые тоже верят в чудеса и загадывают желания в канун Нового года. Родители первого Б-класса решили сделать подарок всей начальной школе и поставили сказку. Уникальность этого спектакля в том, что здесь вы не увидите ни одного ребенка. На сцене играют только взрослые. На самом деле решили сделать такой подарок нашим детям, ну и впоследствии, как оказалось, будут не только наши дети нашего класса, но и вся параллель, также еще другие. Согласились легко, идея всем понравилась. Наверное, здесь сыграла роль, что подобрался такой состав, именно коллектив родительский, где родители действительно активны, вовлечены и хотят сделать приятно своим детям под Новый год. Снегурочка оказывается в центре заговора темных сил. На помощь ей приходит снеговик, которому помогают ребята. Мальчишки и девчонки не просто зрители, они вовлечены в действие и помогают добру победить зло. Ну, честно говоря, сначала это было большое волнение, я очень растерялась и боялась. А потом такое счастье и радость, и желание принести, поделиться этим счастьем и радостью с нашими детьми накануне Нового года. Дети с восторгом смотрели на сцену, такими они еще своих родителей не видели. Для них это не только сюрприз, но и настоящее открытие. Оказывается, что взрослые тоже могут шалить и проказничать. Захотелось сплотить коллектив именно родителей и показать детям, что родители могут сделать такое представление. И на нашем примере детки должны также отзывчиво трудиться, как и мы им покажем сегодня этот спектакль. Поэтому я очень благодарна всей нашей труппе. 18 человек родителей собрать – это очень сложно. Все работают. Все заняты своими делами, у многих многодетные семьи, но все старались, все приходили на репетиции, и нам, вы знаете, было очень весело. Мы рады, что занялись этим творчеством. Я думаю, это наше первое детище, но не последнее. Снегурочка нашла Дедушку Мороза, а Баба Яга и ее внучка Ёшка вместе с Лешем и Кикиморой попросили волшебника и ребят простить их и обещали больше никогда не вредничать. Ну что ж, други мои, пожелать-то вам! Желаю вам удачи и не бойтесь Бабы-Ягу, она добрая! Взрослые – это главные волшебники для своих детей, ведь для них нет ничего невозможного. Мария Шматкова, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».